Очереди легковых авто на выезд в страны ЕС за неделю выросли почти в 3 раза. Грузового в 1,5, сообщает Госпогранкомитет Беларуси. Наименьшее количество транспорта пропускали сотрудники Медененкая, Каменный Лог, не более 24% от нормы. Очередь перед единственным функционирующим для легкового транспорта польским пунктом пропуска Тересполь-Брест достигала 300 единиц. Контрольные службы сопредельного погранперехода с начала недели пропускали на свою территорию в среднем 35% транспорта от нормы, отмечают в ведомстве. Наибольшая очередь грузовиков фиксируется перед пунктом пропуска Медененкай – Каменный Лог. С понедельника сотрудники данного погранперехода пропустили на свою территорию около 22% фур от нормы. По состоянию на 10 утра 25 августа самым загруженным для грузовых авто остается литовское направление. Очереди на въезд в ЕС ожидают около 550 автомобилей, сообщили в Госпогранкомитете.